Всем привет, и с вами Арманиус, и это 14-я серия моего летсплея по The Sims 3 «Студенческая жизнь». Итак, сегодня у нас пятница, сегодня у нас экзамены, да. И поэтому наши персонажи сейчас лежат возле этой штуки, которая повысила им все потребности. Пока что еще нет, но скоро повысит. И, блин, они уже опаздывают. Я надеюсь, что это не сильно повлияет на нашу оценку. Но у нас уже идет вниз. Нам все равно через час только. Думаю, что они успеют. Да. И надеюсь, что все экзамены пройдут просто отлично. Ребят, вы, надеюсь, не будете долго спать? Потому что вам уже нужно быть на экзаменах. Уже кто-то замерз, ребят. Смотрите, стук зубами. Давайте, просыпайтесь. А то еще мне не хватало, чтобы вы сейчас все умерли здесь. На улице сколько градусов? Минус 8. Нормально. Где наша Эмбер? Все, вы выспались? Ну уже, давайте, все. А, вот действие проснуться есть. Все, давайте. Ты чего спишь, блин? Да блин, я не могу попасть. Вот. Просыпайся, давай отправляйся быстрей. Пропуск курса уже, давай. Ой, он замерз. Ну блин, только этого сейчас не хватало. Сейчас он упадет, да? Ну блин. Ну как так? Ну отморозь ты его быстрее, он опаздывает. У него уже пропуск курса идет. Какой домой? Иди отправляйся на курсы. А ты давай, разморозь нас. Просите согреть. Согрей нас, пожалуйста, мы опаздываем. Давай, согревай его. В смысле не будешь? Да. Тебе не стыдно? Как ты? Он смеется над нами. Ребят, здесь больше нет никого, что ли? В смысле он не будет нас размораживать? Ребят, мы сейчас опоздаем. Мы уже опоздали, но... Ну блин, давайте согревайте нас быстрей. Я не хочу, чтобы он упустил свой экзамен. Смотрите, они вот бегут вместе, надеюсь, что они сейчас нас спасут. Согрейте нас. Что-то он тут убежал сразу. Да неужели нас согревают? Мне нужно было в купальнике приходить на этот участок. Я вообще не знаю, зачем он оделся в купальник. Ну давай, отправляйся уже. Они уже практически сдали экзамены. Нужно попросить у профессора хорошую оценку, потому что они все в хороших отношениях с профессором. Я надеюсь, что он поставит нашему Джейку хорошую оценку сегодня. Да, надеюсь. Давай, Джейк. Ускоряем, ждем. Как он сдаст экзамены? Надеюсь, что все будет отлично. Итак, Эмбер блестяще сдала экзамены. О, он все-таки тоже блестяще все сдал. Ну тогда нечего расстраиваться, у нас все отлично. Наши персонажи потихоньку мерзнут. Давайте вы пообщайтесь пока. Пока не замерзли. Дружелюбно. Поговорить о холоде. Я думаю, это отличное действие. Как раз таки в холод. Как там Эмбер? Она голодная. Вот есть что-нибудь в багаже? Ну блин, она голодная. И что мне делать теперь? Она же может умереть, если она не попьет сейчас сок из пакета. Если она сбегает домой, я думаю, она не успеет за 10 секунд сбегать домой. Жесть, у нас прям все грязно здесь. Может, у кого-то здесь остался кровавый сок? Может, лежит? Нет. И фруктов нету, да? Ни у кого нет. Кажется, ни у кого нет фруктов, которые подойдут ей. Поэтому давай, беги сюда. Иди сюда бежать. Немножечко опоздаешь, но что поделаешь теперь. Давай, беги. Потом отправишься. Сначала беги.
Нет, подожди, ты должна выпить кровь. Да блин, а что такое? Давай, беги. Иди сюда, бежать. Я хочу, чтобы они поскорее сдали все экзамены и... Да, и мы отправимся домой. Потом переедем в новый город под названием Moonlight Falls. Так что, думаю, будет интересно. Эмбер, давай, выпей. Потом отправляйся на свои занятия. Вы отправляетесь, да? Молодцы. Все, давайте ускоряем, ждем, пока она выпьет свой сок и отправится. Пропустить мы пропускать ничего не будем. У нас и так последние занятия остались. Как быстро она прибежала. Вот здесь кто-то строит снеговик. Отлично. Просим у... У профессора хорошую оценку. Самое главное, это иметь хорошие отношения с учителем. И тогда, возможно, вам повысят оценку. Да. Так, она хочет прочитать мысли персонажа. Мы это сделаем. Обязательно. Хьюго блестяще сдал, она все сдала, и все хорошо. Так мило, что вы интересуетесь моими делами, Эмбер. Немногие студенты понимают, что профессора тоже люди. Благодарю вас за все эти вопросы на занятиях, Джейк. Однако, скорее всего, на экзамене не будет идти речь о моих жизненных целях и мечтах. Вау, отлично. Эмбер, вот ты прочитаешь мысли, у тебя ведь желание такое. Вот, например, стоит какая-то фея, Джеффри. Мы можем у нее выпить у этой феи, но нет. Мы хотим прочитать мысли, но, блин, такого действия нет. Видимо, феи защищены как-то от наших мыслей, или как там. Почему-то ни у кого мы не можем прочитать мысли. Странно очень. Я думаю, что можно у всех читать мысли. А как нам дочитать мысли, ребят? Давай ты будешь строить... А, нет, она уже отправляется. Все. Отлично. Хьюго, давай. Последний экзамен. Надеюсь, что вы все сдадите на 5, и мы уже отправимся домой с дипломами и устроимся на работу. Да. Так. Зачем тебе пропускать занятия? Не нужно ничего пропускать. У нас, кстати, есть в багаже вот эти специи. Да. Мы ими воспользуемся. Как-нибудь. Но не сейчас, да. Нам нужно ее просто в еду подсыпать, и все. Все, ждем. Последний экзамен. Отлично. Так, а ты чего? Давай, отправляйся, проси оценку. А что-то он вышел. Все, ждем наших персонажей. Это что, оборотень, да? Руби отправляется, направляется на учебу и не может отвлечься. Столько оборотней, жесть. Все, ускоряем. Ускоряем, ждем. Пока что ничего не происходит. Идет сильный снег, из-за этого у меня потормаживает немного игра. И, наверное, потормаживает еще, потому что я переустанавливал Windows, поэтому мне пришлось установить все заново. Так что да. Что-то она делает. Она что, на коньках катается, что ли? Прикольно. Только почему-то сверхъестественные персонажи не могут нормально кататься на коньках. Они просто летают. Да. Это какой-то баг, я не знаю, что это вообще. Все, надеюсь, вы сдали экзамен отлично. Мы ничего больше не будем делать. Так, у нас есть... Отлично. Все, блестяще они все сдали. И теперь мы можем отправляться домой. У нас теперь они лучшие друзья, 100%. Смотрите. Да. Наши профессора теперь нам лучшие друзья. И где наша... Эстер. Нам нужно с ней ей позвонить. Может, она придет к нам. Давайте позвоним ей, пригласим ее.
Надеюсь, что она к нам придет. Давайте будем надеяться. Конечно, я скоро буду. Отлично, она сейчас к нам придет. У нас отличное настроение. Так, у нее жажда, да? Ну давай ты попьешь кровь у своего Джейка выпить. А Хьюга будет ждать эту Эстер. Ого, вылечить персонажа Ботаникус Минорус. Ого, это же... Получается, именно так можно вылечить? Я думал, что нужно подсыпать в еду. Возможно, и в еду тоже нужно подсыпать. Давайте проверим. Добавить траву. Лаванда. А, нет. Все-таки добавлять нельзя. Ты чего-то сидишь? Блин, мне музыка мешает. Я сейчас ее выключу. Сейчас я ее найду, конечно. Где она может быть? Музыка. А, нет, это... Выключить. Значит, наверху. Какая громкая музыка. Выключить. Выключить. Еще здесь есть. Ну все, надеюсь, что больше нет музыки. Она зашла. Ну и давайте будем общаться. Так, что мы можем сделать? Романтично. Она же нам еще не девушка, ведь так? Она нам просто подруга. Ты чего? Чего ты она так? Это, наверное, от недостатка социальной адаптации. Он же у нас социально неловкий, поэтому, наверное. Давайте мы извинимся. Дружелюбно извиниться. Поговорить о книгах. Давайте мы сольемся разумами еще. Поговорим об университете. Амбер, ты выпила кровь у него, и давай. Вот, прочитать мысли есть. Предпочтение. Читай мысли. Я рад, что мы сдали все экзамены уже. Все. Амбер читает мысли. Любимая еда, любимая музыка и любимый цвет. Отлично. Так. Они болтают. Романтика. Расцеловать сгоряча. Давайте, может получится. У него улучшились отношения с кем-то там. Я не могу... А, вот все. Как нам ускорить? Хьюго столько долго сбирался под социальной лестнице, что теперь может выбрать себе еще одну черту характера. Вау. Неужели мы можем выбрать еще одну черту характера? Компьютерный гений? Нет, я не хочу, чтобы он был компьютерным гением. Пускай он будет верить в чудеса. Да, верит в чудеса, отлично. Ой, блин, такой момент. Стоп, я должен сфоткать. Отлично. Так, узнал пару вещей, обращаясь. Ему открылись новые глубины своей личности. Похоже, теперь... Сейчас, так. Кстати, лучшими друзьями. Теперь Хьюго и Эстер пара. Ну да, теперь они пара. Предмет воздыхания. Ну и давайте-ка мы... Передадим цветочный поцелуй. Новое действие какое-то. Связанное с растаманами. Мы его еще не видели. Вау, круто. Романтика. Поцеловать робко. Романтика. Что мы еще можем? Узнать зодиака. Романтика. Спросить, есть ли пара. Она рисует у нас. Только один день до конца недели. Так, теперь, когда выпускные позади, пришло время, чтобы расслабиться и отдохнуть, попрощаться с друзьями, немного развлечься. Да, сегодня у нас... Завтра, точнее, последний день уже. И все, мы отправляемся домой. Так. Что мы еще можем? Хвалить характер или что-то было? Дать обещание защиты.
поцеловать робко. Ой, у нее есть отношения с кем-то. С каким-то Николасом. Ребят, я не знаю, кто такой. Я даже не знал. Мы можем попросить, чтобы она... А, ну, рассталась с этим Николасом. Что он делает? Делает романтическую фотографию. Отлично. Цветочный поцелуй для Эстер Эткинс. Ну, давайте мы это сделаем еще раз, раз он хочет. Давайте передадим. Так. У нее есть недруг, смотрите. Смотрите, что она делает. Она запугивает его. А ему нравится. Спорить. Давайте еще что-нибудь сделаем. Драться. Побить. Интересно, кто выиграет? Ух ты, фея, ух ты. Это была настоящая фея. Хьюго не может в это поверить. Классно, да? Прикольно. Мне кажется, выиграет Эмбер. Или... Нет, все-таки он выиграл. Хотя она вампир, блин. Задиристо. Запугивай, давайте еще запугаем его. Блин, это классное действие. Все отлично. Так. Ну давайте еще посмотрим. Вдруг появилось какое-нибудь действие связанное. Нет, не появилось. Давайте еще будем делать романтические действия. Надеюсь, что появится. Очень надеюсь. Персонаж Чи Джастис хочет узнать. Нет, никто никуда не пойдет. Кстати, у них этот... потребности уже плохие. Передать цветочный поцелуй. Также... хвалить внешний вид. Нам нужно, чтобы она здесь была соблазнительной или что-то типа такого. Пикантный анекдот. Так, романтично. Поцеловать в танце. Это, кстати, новое действие, которое пришло с дополнением «Вперед в будущее». Да, крутое действие. Так, романтика. Что еще мы можем сделать? Просить разорвать отношения. Давайте попросим. Интересно, согласится? Кто такой Николас вообще? Она согласилась. Итак. Нету партнера, но... Да, я Николас уже не вместе. Все кончено между нами. Кстати, Николас может на тебя надуться. Хьюго Стокс исполняет мечту всей своей жизни. Теперь он всегда счастлив. Что уже? Мы уже выполнили... Офигеть. У нас уже... Сколько уже баллов? 39. Офигеть, ребят. Мы выполнили мечту всей жизни. Так быстро. Подождите, давайте посмотрим, с кем у нас там плохие теперь отношения. Думаю, это не так важно. О, Николас Олбирайт. Что-то знакомое. Кажется, где-то видел его. Все, мы выполнили мечту всей жизни. Джейк Стокс, он получил отличный средний балл. Получается, что уже известно, что мы закончили на пятерке, да? Но только утром нам дадут табель какой-то. Но мы уже знаем, что у нас уже пятерка. Список декана. Отлично, ребят, все, мы наконец-таки сдали все на пятерке. Мы так старались и сделали это. Сейчас наши персонажи просыпаются и... Так, что у нас сейчас 7 часов, почти 8 часов утра. А наша Эмбер встает, она голодная. Так что давай, иди, отправляйся, выпей кровь свою. Где она? В закусках она. Кровавый сок. Отлично. Сейчас они должны получать свои эти оценки, если не ошибаюсь. Ведь так? С 8 часов ведь? Да, получить табель. Итак, смотрим на табель. Итак, смотрим на нее.
Ура! Поздравляем с окончанием недели! Вот итоговые оценки для всех учащихся персонажей. Так держать! Все пятерки, ребят! Все пятерки! Это же круто! И сегодня нам нужно пораньше отправиться на этот участок, где дают эти... Как его дают? Блин, называется-то? Дипломы дают, да. Мы пораньше отправимся. Вы давайте... А, мои уши. Да, что-то громко, блин, я не понимаю. Очень громко было. Позвонить. Давай, все. Получаю свой табель и... Опять нам показывают это окошко. Просыпайся. Давайте, вы сейчас поднимете немного свои потребности, и мы отправимся на тот участок. Полепим снеговиков пока что. Так, а ты давай прими душ. Принять душ. Я привык, что в The Sims 4 есть разные виды душа, а здесь такого нет. Так, мы не можем выкинуть. Куда она пошла? О, у нее амулет, смотрите, мертвый сон. Вампиры любят спать, как мертвые. У них даже сердце не бьется. Итоговые оценки получены. И Эмбер Сток заработала достаточно кредитов, чтобы получить диплом. Отлично, ребят, мы отправляемся. Так, кажется, в час будет, да? Если не ошибаюсь, кажется, в час. В час мы сможем уже эти дипломы взять. Итак. У нас здесь готовят еду. Ну, смотрите, какая грязная плита. Офигеть. Итак, все, отправляемся на тот участок. Где у нас будет давать? Вот здесь ведь? Давайте мы все отправимся сюда. Идти сюда вместе. Вместе с Джейком и Эмбер. Отправляйтесь. Так. Давайте мы их подождем. Сейчас они быстренько придут. Итак, сделал снеговика. Ну, давайте полепим снеговиков. Они ведь все сейчас. О, можем пригласить друзей, но мы этого делать не будем. Так, сделал снеговика. Нет, снеговика делать не будем. Давайте-ка мы построим иглу. Давайте построим. А то вдруг наши персонажи замерзнут. Давайте строить иглу, а вы будете помогать? Помочь построить иглу, и ты тоже помогай, чтобы быстрее было. Надеюсь, что трое персонажей влезут. Персонаж нет, не нужно. Давай, ты помогай тоже. Думаю, троем будет намного быстрее. Какой белый снег, какой классный день, ребят. Наши персонажи строят иглу. Все, мы построили иглу, и давайте мы... Просто зайдем туда. Все. Пока, потому что еще рано. Надеюсь, все туда влезут. Нет, не влезают. К сожалению, не влезают, да? Ну ладно. Так. Какой-то здесь снеговик есть. Давайте мы его будем тоже лепить. Кто-то не долепил. А мы сейчас долепим. Так, они могут выйти тогда. Давайте вы тоже будете что-то делать. Например, устроите бой со снежками. Со всеми. Кто здесь еще есть? И Хьюго тоже. Пускай присоединится. Давайте, устраивайте бой со снежками. Но здесь инопланетян есть. Позвонить. Купить гроб Скеллихильда. Ну, я думаю, мы его купим. Кстати, мы совсем забыли про наш блог. Мы давно совсем не смотрели. Смотрите, какое чистое небо. Круто. Любой дурак знает, что длительное происхождение... Ладно. Понятно. Она горит уже. А у нас есть зонтик? Зонтик использовать можно? Блин, наш зонтик не спасает нас. Ну, давайте мы купим новый зонтик. У нас денег нет, но мы должны как-то их получить.
Например, мы продадим наш вот этот сок, который нам уже не нужен. И давайте-ка мы купим сейчас. Так. Зонтики. Где у нас зонтики? Вот у нас зонт есть. Такой купим. Радужный. И блин, он под снегом. А, нет, его можно взять. Отлично. Используй тогда этот зонт. Этот мы продадим сейчас. Да блин. А, она сейчас его держит. Кто там тебе звонит? Все играют в снежки, отлично. Давай. Все, теперь она не будет гореть на солнце. И давай-ка ты изготовишь снежного ангела, например. Почему бы и нет? Она построила обычного снеговика. Здесь тоже снеговик недоделанный. Почему никто снеговики не доделывает? Странно. У нас, кстати, очень много баллов. 40 тысяч. Да, жесть, много. Сейчас еще осталось совсем немножко, ребят. И мы сейчас сюда придем. Давайте мы поставим наших персонажей прямо сюда. Идти. Идти сюда. Хватит играть. И ты давай тоже отправляйся сюда. Потому что прямо сейчас уже через 2 секунды одна, и все. Отправляйтесь. Церемония начнется. Хьюго Стокс собирается отсюда, не можешь попасть. Отлично, я знаю, все. Да. Можете отправляться все. Ой, они сюда хотят зайти. Ну ладно. Итак, наш Хьюго заходит первый. Отлично. Потом идет Эмбер, и теперь Джейк. Мы пришли в самое первое, чтобы здесь не было такой толпучки, чтобы мы попали туда, да. Все, мы... Так, давайте мы ускорим, подождем. Смотрите, сколько людей пришло. Вот об этом я и говорил, что такая толпучка будет, и мы не сможем получить диплом. У меня уж так было. Да. Давайте подождем. Это очень долго, кстати, проходит. Смотрите. И к нам должны дать по дополнительной черте характера. И я буду выбирать дополнительную черту характера для всех. Да. Кстати, у него где дополнительная черта характера? Это. Я же ему выбирал верить в чудеса. Почему ее нет? Странно. А кому я выбирал? Ведь ему же. Странно. Ладно. Так. Поскольку Хьюго Стокс получил диплом, он может теперь выбрать еще одну черту характера. Отлично, одна черта характера. Так, очень интересно, что же нам выбрать? Я вообще хотел выбрать ему «Верит в чудеса». Она вообще-то была у нас, эта черта характера. Но по каким-то причинам ее сейчас нет, это очень странно. Ну ладно, я ее еще раз выберу, поскольку Эмбер Стокс получила диплом. И мы выбираем еще одну черту характера, и это будет сова. Да, почему бы и нет, сова. Ой, нет, простите, нам надо сделать так, сова. И поскольку Джейк Стокс получил диплом, он может теперь выбрать еще одну черту характера. Итак, Джейк выбирает черту характера, у нас бунтарь. Нет, простите, нет. Он будет у нас... Какие здесь еще новые черты появились? Собиратель, кажется, новая черта. С дополнением сверхъестественное, кажется. Так, и давайте-ка мы... Вот, собиратель, да, я был прав. Поздравляем! С окончанием. Хьюго окончил университет с дипломом по дисциплине наука и медицина. Все, мы получили дипломы... И, блин, наконец-то, все. Мы заканчиваем университет, сейчас мы отправимся домой. Осталось подождать совсем немного, и мы отправимся. Итак, у нас здесь есть окончание университета. Это великий день для персонажа Джейка. Не каждый может вынести все тяготы высшего образования. Так что есть повод для гордости. А если мы почему-то...
Блин, социальных сети в ботаниках или там вообще в любой социальной сети дается дополнительная черта, но она куда-то исчезла. Я не знаю, она была, но исчезла. Это странно. Возможно, нам не стоит заниматься пока что ботаникой, потом у нас будет 7-й, потом мы обратно на 8-й сделаем, возможно, тогда сможем выбрать. Кто знает, ребят. Посмотрим, да. Так. Сейчас мы подождем. Пока что наши персонажи отправятся домой. Точнее, да, домой, домой. Все ж, давайте ускорим. Мне не терпится уже отправиться домой. В наш маленький дом. Так. Сейчас уже осталось совсем немного. И они отправятся домой. Что? Копаться в мусорке? Ой, что сделал? Так. Через час пора будет отправляться домой, потратить эти последние минуты на прощание и начать думать о поступлении, чтобы вернуться на следующей неделе. Ого, он нашел какую-то ламу, ребят. Что это за лама, ребят? Смотрите, где она? Она, наверное, в багаже семьи. Давайте мы посмотрим. Лама. Она же очень дорого стоит. А нет, она из вперед будущего. А что она делает в мусорке в университете? Ну, не знаю, очень странно. Так, давайте. Давайте посмотрим, мы не забыли наши вещи дома? Надеюсь, что нет. Кажется, мы ничего не забывали. Да, мы ничего здесь не забывали. Здесь стоит наша статуя, давайте мы ее включим. Сменить одеяние. Маскарад, давайте включим. Пускай будет маскарад. Отправляйся сюда, отправляйся сюда и отправляйся сюда. Сейчас все будут переодеваться. Почему никто не одевает одежду маскарада? А, все, у нас уже появилось действие отправиться домой. И все, ребят, мы отправляемся домой. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Да, мы встретимся уже в новом летсплее. Это была последняя серия. Да, давайте мы сейчас я покажу, как они отправляются домой. Ну, короче, сейчас они сядут также в фургон и отправятся домой. Надеюсь, что вам понравился этот летсплей. Мне он очень понравился. И дополнение тоже крутое очень. С вами был Арманиус. Всем пока. Встретимся в новом летсплее.